Это самое высокое колесо обозрения в России. И сейчас мы приближаемся к его самой верхней точке. Я попытаюсь сделать обзор все, что происходит вокруг нас. Честно говоря, много страшно. Увереннее себя чувствуешь, когда есть пачка сигарет и под ногами твердая земля. Лена, не переживай. Лена, помните, твое лицо два раза всего. Самое высокое колесо России. А сколько метров, я не знаю. Позже спросим. Вот такой обзор. Люди внизу, как мищи, крисы, маленькие.